группа спортсменов в розовых купальниках. Ну, у нас розовые костюмы. Это школа вон сзади. Вот достопримечательности вам показывают. Угу. Как вы хотели. Вот там турецкий магазин, но мы в нем никогда не никогда были. Никогда мы не были, там всякое разное, не знаю, что торгуется. Площадь. А тут, когда ярмарка, всегда много машин и людей. Вот чем достопримечательности можно отличить Германию, да? Юль, смотри, сзади ступеньки, так кувыртык. Ага, точно. Да? Вот чем можно ее... Вот смотрите, вот эти дома, да, которые разделенные, да, вот это так. Угу. Видишь, тут серый цвет. И они все не высокие, двухэтажные или трехэтажные. И вот все они вот так вот глянут практически. Там где-то серый, там красным разделены. О, вот это вот, видишь, даже вот такие полосы, да? Да, а есть вот... еще черный, вот так прямо нарисован. Да, 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 вот поэтому, вот мне кажется, вот этим она как-то вот... А когда черный, мне прям кажется, знаешь, что я со сказки «Три орешка для Золушки». Да, 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 да. Вот смотрите, какие двери. Вот как ее можно отличить, например, по мне, по многим городам, да, так поехал, показал дома. И вот именно в Германии, мне кажется, отличается такими. Вот эта черепица у нее такие вот, они все невысокие. Ох, вот эта черепица симпатичная на этом доме. А вот это сразу видно, видишь? Какая-то и современная, вот видишь, вот это так. Ну да. Но все равно вот она имеет какой-то... А вот этот дом уже... Новый, модернизированный. Да. Но нам надо в аптеку. Пошли. Юль, ты готова к Хэллоуину? Что это за цветочки? Глянь, какие симпатичные. Ой, глянь, какие красивые. Ой, дорогие. 22 евро. А вот эти тоже. Какие? Вот эти вот. Как мох. Вот эти? Не, вот эти. Вот эти. Почему? Недорого, недорого. 2 евро. Ну, их много надо, наверное. Это уже букеты, что, на Новый год? Остались с прошлого года? И вот, они такие красивые. Угу. 12 евро. А вон, они какая это. Всякая разная лаванда. Я лаванду не люблю. Я люблю, но... Вот 4 евро, глянь, какая. Ой, какое все красивое здесь. 3 евро. Ладно. Ой, красивое так. Прям глаз не отвести. А вы видите, глянь, какие. А что это ой, такое? Ой, какие необычные. Смотри, машина сзади. 5 евро. Какое все красивое. И ведь, ой, я не знаю, мне все нравится. Да, за ними ухаживать надо. Не, ну понятно. Мне посмотреть нравится, а чтобы дома было, нет. Какая красавица. Вот 7 евро, наверное, желтые. Да нет, это только кладбищенские. Для меня это вот цветок кладбища. Мама всегда высаживала дубки. 99 центов, знаете. А куда ее? Ну да. А. Можешь? Он еще и с бородавками, видишь? Да. О, какой красивый венок. Юля, хватит палкой тыкать. Как будто бы ты невежда. Юлька, невежда. Да. И вот эти лень голубенькие. Ой, вот эти оранжевенькие. Ух ты, какие. Какие красные. На меня жук сел. Ой, такую тыкву, вот такую я покупала в магазине, которая пропала. Вот, ты видишь, эта тыква дешевле стоит, чем в магазине. Ну, какой красивый букет. Вот это я понимаю, как сложено красиво. А вот какой красивый. Ты глянь, пристал ко мне какой-то паук. Какое-то известие меня ждет. И ползает во мне. Какое все красивое. Оля, какой цветик. Угу. Я даже не видела таких. Прикольный. Не знаю, сколько он стоит. Так, ладно. А тут, Ларис, покажи, Лень. Какие. Ой, это как чертополох. Ну, вообще. Ой, и пахнет так тут. Ага. И вот такие, видишь, как засушить их. Ага. Ну, это, наверное, у кого ой, есть... Ой, это как у тебя гортензия, что да, у тебя. У кого есть животное, наверное, лучше ограничить себя. Цветах, потому что неизвестно, какой цветок
Или чтобы не было котиков. Опять 16 миллионов. Мы уже брали билеты и не выиграли. 16 миллионов. И что ты предлагаешь? Я ничего не предлагаю. Пошли. Прямо. Пошли по компасу. Мы посмотрим, что там открыли. В том, где закрыли магазин. Этот. Да, видишь, идет, даже не видит, что. Читай. Юль, я не поймешь. То ты только что говорила, что уже замерзла. Нет, повеяло прям. А, жаль. Ну так-то. Где? Собачок. Нет, вот так и не видишь, вот так и не так. Так и не. Ну, хорошо. Значит, не для нас. Так, можешь тоже там человек пропонять? Давай. Я не знаю, что тут показывать. 100 раз уже вам показывали. Так что хоть показывай, хоть не показывай, все одно и то же. Мне нравится продуктовый магазин. Правильно, Юль? А? Я говорю, что показывать одно и то же. Одно дело продуктовые магазины. Конечно. За что? Так там хоть что-то выбор. Скажи, ну, хоть цены. Ну вот это что? Стоят дома и стоят, ходят люди, ходят. И с одни и те же вещи из года в год. Слушай, такое впечатление, что они не продаются. Да. Странно очень. А? Засвистело? Пожалуйста. Еще и свистело. Вон за улочек, посмотрите. Тут... Ох. Там, наверное, китайский ресторан. Не знаю. Там отель. Ресторан. В этом магазине еще не были. Амбассадор. Есть такой? Нет, что-то она нам дала понюхать. Все совершенно не то. Вот Прада. Вот Прада. Вот Прада. Здесь еще делают макияж. Прям, я не знаю, только заплатили за макияж. Или так делают. В общем, ничего нам так не понравилось. Ну, и цены нам тоже, конечно, не очень-то понравились. Но, в общем, мы выходим, нанюхались и идем. Юля стоит, ждет. Мне не понравилось. Это опустили улочки. Раньше были заполнены. Сейчас уже практически 5 часов. Это дело мне в руках. Вот так ты идешь и... Стучи, иди. Как будто у тебя чемодан. Это в моем видео стучало. Вот минус 50. Что минус 50? Нам точно не надо. Я пахну так. Зашли в магазин. Значит, там всякие фирмы. Парфюм. Парфюм. Вон. И, в общем, понюхали, побрызгали. Не побрызгали себя, понюхали просто. Вон. И там, как я так понимаю, девушка платит, значит, за макияж. Ей делают макияж. Лицо у нее, ну, нельзя сказать, что у нее грязное лицо. Просто лицо у нее во всевозможных, прямо на щеках, очень большие такие, знаете, как язвочки, вот прыщи. И она вот, значит, она сидит, села, значит, за крест, на кресло. Так, значит, на столике много-много всяких щеточек. Вот, много там косметики. Она, значит, ей затушевывают, значит, этими щеточками вот эти прыщи, чтобы они, значит, не было не видно. Значит, у меня так сомнение такое, думаю. А если после нее захочу сделать макияж я? То есть эти же щетки, она потом, как их не дезинфицируют? Их невозможно продезинфицировать. То есть от румян, от этих пудр. И мне что-то как-то немного, знаешь, стало... Я не знаю, правильно это или нет. Но я бы, наверное, не рискнула. А, ну хорошо, а вот эти вот, когда пробники стоят в магазинах. Тоже такая же. И каждый история. Подходит и красится. Тоже такая же история. Вот если губы вот эти, да, мажут же. Тоже такая история. Хотя я не могу сказать, я тоже пользовался. Как-то видео снимала, пользовался. Но это же, наверное, не совсем гигиенично. Прикиньте, у кого-то есть язба, неизвестно, что там. На губе? Ну да, прыщик может перейти. Ну не знаю, это, наверное, не совсем это правильно. Все в каких-то элитных магазинах это должны, наверное, мне кажется... А может, это у них там макияж стоит дофига, и трошки, и это все одноразовое.
Мы ж не знаем. Да не может быть, ты что, там прям кисточки уже использованы, стоят так в стаканах много. Она и прям так этот сам, ты что, да. Одноразовый, конечно. Так, ладно, пошли прямо по компасу. Давно я тут не была в этом районе. А вот. Ну, я думаю, где этот магазин? Это магазин есть, который дешевый. Я забыла, как он называется. Сейчас. Волворд. Волворд. Сейчас. Ты посмотри, какая. Глянь тут. Здрасте. Здравствуйте. Как вы поживаете? Она не хочет с нами. Ага. Каким хочешь? Ну это она что-то веселая. Ой, какие у них. Ага. Слушайте, очень даже. Так сколько же они стоят? Сейчас я посмотрю. 30 евро всего. Ну что, нормально. Недорого. 30 евро всего. Ой, ну это кошмар, конечно. Прошлогодняя, что ли? Какой ужас. Здрасте. И вам тоже привет. Близняшки, что ли? Точно. Юля куда-то поехала. С обратной стороны. Что-то тут все пере... Вот что значит давно не были. Полотенечки. Как-то все давно изменилось. Да, как-то все изменилось, да, немножко? Ну да. Ой, какая собачка. Тоже пришла в магазин. Это все там. Посуда. А, она стояла все с... Ой, извините. С этой стороны. Теперь с этой. Куда идем? В какую сторону? Я не знаю. Где тут клей? Пойдем поищем без телефона. А, не хочется. Не опоздаю. Ну да, тут все такое изменилось. Полки выставляются по-другому. Для воды сифончики. Не сифончики, а. Вот такой светильник. 7 евро. 7 евро. А, да. А сколько ж такой вот молоточек по сравнению с Стэдди? Сейчас я посмотрю. Того, как я купила. Наверное, да, надо приходить, когда он уже будет все сделать. Во-первых, это 10 стеллажи, считаю, вообще. Ну, наверное, что так надо, им сказали, наверное, так. Неудобно было, намного удобнее. Угу. Ну, там тарелки, видишь. Это они, так я понимаю, со второго этажа подняли. Тарелки же были на втором этаже. Наверное. А может там сейчас вообще ничего нет? Ладно. Вон там новогодняя. Пойдем. Слушай, ну зачем? Ну вот кто дома, интересно, повесит. Сейчас я пролезу. Вот этого. Кто дома повесит эту страшилку? Да, вот. Не дай бог, чтобы не спишь, просыпаешься. Сколько ж такие шары новогодние. Юль, я пойду посмотрю. Да. Я хочу посмотреть. Для фотографии. Симпатичные штуки. 6 евро. Ну да, что-то этот магазин оказался дороже, чем Тедди, чем... Да как это называется? Еще один магазин, я забыла. Все, сестричка, пойдем. Пойдем. Мне нравится вот этот как магазин. А я забыла, как он. Паучки, вон,
Я забыла. Ты что, свечи? Ладно. Все, выходим. Боже мой. Какой ужас. Так, все, пошли. До свидания. И вам всего хорошего. Седовласая какая. Сколько она перетерпела, бедняжка. Вот эти мне понравились, вот эти классные. Бабки-ёшки. Мне понравились. И лица у них такие милые, симпатичные. До свидания. Так, с Юлей мы немножко разошлись в разные места. Я ходила по одним делам. Она ждет меня в другом месте. Все, идем. Идем теперь в заветное место, куда мы вас поведем. Куда вы хотите пойти? Туда и пойдем гулять в городе. Знаете что? От работы, от остановки до работы идти 1 километр 300 метров. Поэтому, мне кажется, я столько нагуливаю все, что мне вообще не хочется гулять, и Юле тем более, по городу. Что-то все я порываюсь поехать на таком трамвайчике, и все никак, а надо. Как? Мне этот наряд напомнил, как будто я Новый год. Точно, тебе еще шапочку такую. И будешь тетушка Новый год. Как будто Дед Мороз встречает Новый год. Вот я подружка. Правда, шапочка. Ну что, мне нравится. Очень даже симпатично. Это вот эти штанишки, которые меня бесят. Которые вот это вот. Которые с разрезом. Разрез. И серые, вы видите, как называют, носочки. Да? Ты корсопета. Как это? И шляпа, и юбка типа мини с разрезом впереди. А у тебя штанишки расклешенные с разрезом по бокам. Пошли. Пошли.